Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты? Меня зовут Тагир Садриддинов. Мне 23 года. Я из Москвы. Супер. А какую программу ты закончил? Я закончил программу космической инженерной системы. Угу. Почему ты хотел поступить в Колтех? Я учился в МГУ на физическом факультете, и в какой-то момент мне захотелось чего-то менее фундаментального, чего-то более прикладного и интересного. И я услышал о Колтехе от своих одногруппников. Я пошел на День открытых дверей, а потом я пошел и встретился, пообщался с моим будущим научным руководителем Дмитрием Потыкиным в космическом центре в Колтехе. И мне очень понравилось то, чем они занимаются, и я решил сюда поступать. Сложно было поступать? Поступать было не очень сложно, но это была непривычная процедура, потому что нужны были такие вещи, как рекомендации от научных руководителей, мотивационные письма, и пришлось это все писать, собирать и постоянно об этом думать. А учиться было сложно дальше? Учиться было, по крайней мере, мне не сложно, но некоторым моим одногруппникам я замечал, что было сложнее, чем мне. Почему? Но в целом, я не знаю, возможно, из-за того, что все приходят с разным уровнем сюда, и это одновременно и сложно кому-то, кто из менее известного, менее хорошо преподающего вуза приходит, но при этом это очень крутой экспириенс, когда ты встречаешь новых людей со всего мира, со всей России, из разных вузов, и вы вместе имеете совершенно разные опыты. Кто-то там учил, кто-то учил то, что я никогда не учил. И вот весь этот совместный опыт, это было действительно очень круто. Здорово. А чем, получается, ты занимался, ну вот как, диссертацию? Я занимался исследованием телеметрии космических аппаратов. Я пытался прогнозировать аномалии на них по данным, которые с них поступают. В один из моментов мы поняли, где-то за 3 месяца до окончания, мы поняли, что у нас ничего не выходит, и по реальным данным работать невозможно, и поэтому мы переключились на симулированные данные, которые, как мы считаем, должны были быть производиться хорошо работающим спутником, а не то, чем нас кормили наши знакомые. Ну и в итоге у нас все хорошо получилось. Кайф. А что тебе понравилось в Колтехе? В Колтехе мне понравилась, во-первых, смена обстановки после физфака МГУ с его старыми партами из 50-х годов. Тут вдруг все новое, красивое, модное, очень классная атмосфера, не знаю, даже запахи в главном здании были просто прекрасны. А главное, все люди вокруг были мотивированы, и преподаватели, и студенты, они были мотивированы, студенты хотели учиться, преподаватели с радостью преподавали, и это было очень классное время, и мне очень понравилось. То есть тебе было комфортно просто обучаться? Да. А что не понравилось? Ну, наверное, все скажут, что не понравился ковид, и в какой-то момент мы перестали посещать здания, и перестали встречаться с преподавателями и одногруппниками. Конечно, после этого мотивация немножко снизилась, но в то же время сам Колтех был, по сути, заранее готов к таким мерам, потому что у нас все было заранее электронно, у нас были средства для ведения журналов, для рассылки заданий, и поэтому в целом, я думаю, мы неплохо так пережили этот момент и получили хорошее образование даже в такой ситуации. Как политик говоришь. Кайфово, кайфово. А как думаешь, ты достиг цели, вот, которые ставил в начале поступления? Ты получил то, что хотел? Я не очень помню, что я хотел, но в целом я доволен тем, что я достиг, и я нашел работу в области, которая мне интересна. Я считаю, это очень классно и довольно большая редкость в нашем мире. А ты можешь описать себя вот до поступления и после? Это разные люди? Да, наверное, это разные люди, потому что до поступления я слабо представлял, чем я буду заниматься и что мне вообще интересно. И куда мне вообще дальше идти. А после поступления я в целом выстроил какое-то мировоззрение и понимание, что мне делать, где мне работать, с кем общаться. Да. То есть тебе в этом помог Колтех или просто вот время, 2 года?
Я думаю, это сильно зависит от места, потому что если бы я проторчал 2 года, опять же, на том же физфаке МГУ, я бы вышел таким же, каким я был 2 года назад. Угу. И опять я не знал бы, чем заняться дальше. Понятно. Ты бы порекомендовал поступление своим друзьям? Да, Скалтех — это очень классное место. Я уже рекомендовал его друзьям, которые поступали на год позже меня. И, как я понимаю, им понравилось, и я рекомендую всем другим. Это очень классное место.